Это вот на дороге у нас фонтанчик такой бьет. Ремонт в Америке проходит весной, когда высыхают дороги. И зимой, естественно, лежит снег, и после зимы появляются выбоины. Иногда прям бывают такие, как у нас в Волгограде, довольно большие. Но вообще после ремонта дороги очень хорошие. Сами видите, дороги хорошие, но бывает иногда, что где-нибудь ямка, но их все обязательно заделают. Здесь, говорит, два сезона. Это, говорит, зима и ремонт. Естественно, вот такие грязные машины, потому что все тает, и машины друг на друга все это брызгают. Еще не очень удобно бывает, когда вот так вот человек едет на велосипеде, а тут лужи. Ну или идет по тротуару, иногда тротуар вот здесь вот далеко, тротуар довольно-таки, а иногда бывает прям завален тротуар и расчищено около дороги. И человеку приходится до остановки идти вдоль дороги почти. Ну и бывает такое, что могут обрызгать. Мы когда приехали, тоже попали в такое. Проехала машина и как обрызгала нас. Остановилась и извинились. Гравий. Сказали, гравий посыпают, чтобы не было скользко. Здесь не солью сыпят, а гравием. Но это хорошо зимой, когда вот не скользко, ну, легче ездить. Но зато вот так вот весной эти камушки летят в стекло и очень часто бывают, откалываются или лопаются стеклышки. Ну все, всем пока-пока. У нас весна.